Всем привет! С вами тестовая лаборатория Oldie Computers и я Владимир Смирнов. Сегодня мы будем тестировать смартфон из верхней части среднего ценового диапазона, главной особенностью которого можно назвать поддержку работающих в России сетей LTE. Называется он Sony Xperia SP. Комплект поставки. Сам смартфон, кабель для зарядки и синхронизации с компьютером, блок питания с выходом USB, качественная гарнитура с незапутывающимся кабелем и дополнительными резиновыми насадками. И несколько руководств пользователя. Внешний вид. Задняя панель. Здесь находится камера с разрешением 8 мегапикселей, отверстие динамика, светодиодная вспышка и второй микрофон. Задняя крышка довольно легко снимается. Под ней расположено отверстие для карточек памяти стандарта microSD и разъем для микросим-карт. Аккумулятор, к сожалению, несъемный. На левом торце находится разъем microUSB. На верхнем торце расположено отверстие для подключения гарнитуры. На правом торце качелька регулировки громкости, кнопка включения и выключения аппарата, а также кнопка запуска камеры. Передняя панель. Здесь находится речевой динамик, еще одна камера с разрешением 0,3 мегапикселя, экран с диагональю 4,6 дюймов, разрешением 720 на 1280 точек, что дает нам итоговые 319 точек на дюйм. Внизу находится отверстие второго микрофона, а совсем ниже световая полоса, о ее работе мы расскажем позже. Габариты смартфона 67 на 136 на 10 мм. Вес приличный, 155 грамм. Технические характеристики. Процессор. Двуядерный Qualcomm MSM8960 с тактовой частотой 1,7 ГГц. Видеочип Adreno 320. Оперативная память 1 ГБ стандарта DDR3. Внутренняя память имеет объем 8 ГБ, из которых пользователю доступно 5,37. Беспроводные интерфейсы Wi-Fi, Bluetooth версии 4.0, LTE 4G, NFC, GPS, GLONASS. Аккумулятор литий-ионный емкостью 2370 мАч. Операционная система Android 4.1.2. Начнем с экрана. Как всегда у Bravia, он яркий, цвета сочные, углы обзора отличные. Цветовая полоса в данном случае меняет свой цвет в зависимости от преобладающего на фотографии тона. Эта же полоска может гореть различными цветами при определенных событиях, например, при пропущенном звонке или SMS. Для каждого события в настройках можно назначить свой цвет. Самым главным субъективным ощущением от смартфона можно назвать скорость его работы. Интерфейс просто летает. Перейдем к тестированию. Для начала квадрант. А пока идет тест, расскажу о результатах тестирования времени автономной работы. Для этого теста мы выключили все беспроводные интерфейсы, поставили яркость экрана в среднее положение и запустили фильм. В таком режиме смартфон продержался 6 часов 50 минут. Очень хороший результат. Кстати, надо отметить работу динамика. Она очень приличная. Звук громкий, четкий, даже есть немного баса. Тест завершился. И он поставил системе огромные 8012 баллов. По-моему, это рекорд. Следующий тест производительности системы – Antutu Benchmark. И здесь мы получили впечатляющий результат в 16485 баллов. Графический тест Nina Mark II. Среднее количество кадров в секунду составило 59,9 и было явно ограничено частотой обновления экрана. Тест Multitouch. Устройство распознает одновременно 10 прикосновений. Правда, учитывая диагональ экрана, разместить на нем 10 пальцев довольно сложно. А вот примеры съемки фото и видео. Оригиналы полученных файлов вы можете скачать по ссылке, указанной в описании к этому ролику. Подведем итоги. Во-первых, одним из главных козырей, конечно, является LTE. Во-вторых, мощная начинка и быстрая работа. В-третьих, большой аккумулятор. Из незначительных минусов можно назвать лишь невыдающуюся камеру. Что важнее, решать, как всегда, покупателю. До свидания.